Добрый день. Я впервые записываю видео в подобном формате. Вновь появился коврик, которого давно не было в кадре. Все потому, что недавно я ездил в отпуск в славный город Владимир. Набрал с собой кучу головоломок, но до них как-то руки не дошли. Я немного покрутил трешечку. Как раз мне перед отпуском приехал кубик Yulon GTS 3 магнитный, и вот я его тестировал. Понравился он мне не сразу, где-то сборок через 700, но где-то 700-800 сборок, и у меня обновился личный рекорд по единичной попытке. Там сотка тоже обновилась в ОГ5, да, но сингл я не обновлял очень давно. Он до этого составлял где-то 12,18, кажется, сотых секунды. Но внезапно я собрал кубик 3 на 3 за 12 секунд и 1 сотую. Очень обрадовался. Хотел восстановить реконструкцию, но не вышло, поскольку во время сборки вокруг меня носились дети, и я мог сделать что-то безумное, что потом привело к PLL-скипу. Я немножко расстроился, стал крутить дальше, и буквально через 10 минут я обновляю рекорд еще раз. И на этот раз реконструкцию мне восстановить получилось. Скрамбл будет в описании, здесь на экране. И мне интересно, за сколько соберете этот кубик вы. Напишите в комментариях, кому не трудно. Ну и меня интересует именно сборка с первого раза, то есть без тренировки. Сейчас же я покажу, что я сделал. Действительно ничего уникального. Стандартная сборка со скипом. Вот такой вот скрамбл. Сразу бросился в глаза бело-зеленый ус, стоящий на своем месте. Красненький рядом. Сделал такой перехват, чтобы белый был снизу. И здесь сразу синий, красный, оранжевый, ну и зеленый легко подвести вот в это положение. Подвел зеленый, опустил красный, синий, доворот D2 и оранжевый. То есть получился правильный крест, без всяких экскроссов, без всего. Обычный, стандартный, но неплохой. А дальше на выбор было несколько пар. Зелено-красные. Сине-красные. И сине-оранжевые. Которые почему-то я заметил в первую очередь и с нее начал сборку и втоил. Перехватил в такое положение. Довернул. Вывел в состояние трех ходовки. Но сине-оранжевый слот у нас не здесь, а здесь. Поэтому, сделав одновременно движение U-штрих и перехват вот такой, я эту пару и поставил. Собралась сама зелено-красная. Простыми движениями сразу выпала зелено-оранжевая. То есть никаких хитростей, все достаточно банально. И вот в таком положении встала сине-красная пара, вот в этот слот. То есть с таким вот перехватом, доворотом. И опять же стандартно ставим на место. И выпадает рыбка, которую мы спокойно делаем. И получаем скип с доворотом U. Вся сборка — это 41 ход. Мой результат 11,33 секунды. Трешка — это не мой конек, и я ее практически не тренирую. Так, изредка могу покрутить, ну или на самих соревнованиях перед своими официальными попытками могу там крутить 50-100 сборок. И сингл я не обновлял очень давно, поэтому я рад был то, что за 10 минут я обновил его дважды. Ну, все это благодаря новому кубику. Новый куб топовый, особенно всегда дает стимул к тренировкам. Ну, 1000 я на нем уже открутил. И все хорошо.
пишите в комментариях, за сколько собрали вы по этому скрамблу. Почитаю, оценю. Я уверен, что многие смогут собрать быстрее, поскольку мой ТПС всего лишь 3,6 ходов в секунду. Но все равно интересно. Надеюсь, что это не последнее видео такого формата. Возможно, оно не так интересно, как там анбоксинги или обучалки, но лично мне для собственного развития делать такие видео полезно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.